Тем временем в регионе стартовал федеральный проект «Комфортная среда». Этим летом многие дворы, парки и скверы Новосибирской области обретут новую жизнь. Только на 2017 год на реализацию проекта в нашем регионе выделили почти 1 000 000 000 рублей. В Новосибирске обустроят более 300 дворов. В соответствии с законом об областном бюджете средства по этим мероприятиям предоставлены всем муниципальным районам и городским округам. 30 муниципальных районов и 5 городских округов. Комфортная городская среда – общефедеральный проект. Он предусматривает строительство новых спортивных и детских площадок, асфальтирование дворов и посадку деревьев на придомовых территориях. Более 200 миллионов рублей пойдут на благоустройство зеленых зон. Уже работает специальный сайт. На интернет-портале можно оставить свою заявку на участие в проекте, который рассчитан на 5 лет.